получить диплом, который, можно сказать, был потерян, но потом вновь найден для нашей участницы Кондратенко Татьяны. Она заняла первое место за свою работу. Как она называется, Тань? Весенний ветер. Весенний ветер. Все весенний, все весенний ветер. Да, эскиз костюма. Вот, так что будем рады, что работа нашла своего хозяина. Вот, а я хочу в честь такого прекрасного весеннего праздника, на самом деле это праздник, праздник весны, и здесь вот такая атмосфера, она просто, ну, чудесная, то есть она как бы очень светлая, радостная, яркая и насыщенная. Маски отменили вообще. Да, вот, я, ну, от всей души, во-первых, человека, кто вот такие, ну, очень серьезные вещи, в то же время они просто, ну, не знаю, такие прекрасные, хочу вручить вам это за ваше огромное вклад. И хочу вручить за ее прекрасные картины. Что те, кто занял первое место, они решили. Вот. Сегодня, поэтому я начну вручение диплома со вторых мест. Диплом от Евразийского художественного союза присуждается второе место Миняновой Ирине Геннадьевне за работу «Конкурсные весенние стены». Геннадьевна у нас первый раз выставилась, вот, как говорится, с почином ее. Спасибо. Работы прекрасные, будем очень-очень рады вас ждать. Спасибо. Покажите. Так, второе место за конкурсную работу компании «Саганьгоу» представляется Андрезу Евгению Васильевичу. Тоже всегда нас радует и всегда привлекает внимание. На его цветы все слетаются, как пчелки. На самом деле, ну, я бы сказала, что он популяризатор искусства, популяризатор творчества. И настолько много выставок, очень много работ. Вообще человек такой неординарный, очень интересный. И вам огромное спасибо за то, что вы есть. И вам дорогие друзья, я хочу вам представить тоже удивительного человека. У меня вот уже 25-я персональная выставка прошла, вот будет уже 26-я. Но на многих выставках, на разных площадках, по всем, ну что ли, вообще говоря, таким знаковым площадкам Восточной Москвы. Вот. А Ира вместе со своим коллективом меня приходила поздравить. И не одна, она приходила со своим танцевальным коллективом. И они устраивали здесь вот на открытие выставок такой праздник, который никто никогда забыть не может. Просто это фотография, это просто в памяти. Спасибо тебе, Ирочка, большое. Не знаю. Всему твоему коллективу, пожалуйста, передай от нас сердечный привет. Ну, если будет немножко время, сегодня можно станцевать, на самом деле, с за конкурсную работу «Цветок сердца» представляется второе место самым. Спасибо тебе за твой колоссальный труд. Я хочу сказать, что ты огромный энтузиаст, ты тащишь
его сейчас нет, к сожалению, да. Да, он, к сожалению, сейчас там занят опять тяжело. Я, в общем, с проектом, с проекта Фёдора 2012 года, у меня уже больше 80 дипломов, и я могу сказать, что вот с ним всегда энтузиасты, и всегда удерживаются энтузиасты не на коммерческой основе, а всегда на какой-то уровне искусства. Да, так что спасибо большое организаторам. За работу «Иван Чай. Огненная трава» называется Туловой Татьяне Александровне. Вот, поздравляю. Да-да, и спасибо, тут не собрали. Пожалуйста, другой вопрос. Прошу вас, за вторую работу, это за «Роза бабушка на 90-летие». Да, бабушка, я нашивала розу, я на 90-летие не знала, что когда я любимая бабушка решила, что цветок самый лучший украшение. Сергеевич есть? Нет. Шитова Любовь Александровна есть? Ну что ж, тогда все остальные, как говорится, всем остальным мы рассылаем участникам по электронке дипломы. Вот. Поэтому, дорогие наши художники, благодарю вас вот, за такое, можно сказать, активное участие и за то, что вы радуете не только себя, но и нас. Потому что Господь создал, можно сказать, художник. Для чего? Для того, чтобы он не только себя радовал, но и других. Спасибо вам за ваш труд, за ваше творчество. Ну а теперь переходим к водным процедурам. Пардон.